Will.i.am несколько месяцев назад, взорвавший чарты совместным с Бритни Спирс клипом Scream and Shout, не желает останавливаться. На днях он представил новую видеоработу на композицию That Power со своего сольного альбома, вышедшего 19 апреля сего года. Соавтором этой футуристической работы выступил юный Джастин Бибер. По словам Will.i.am, основной акцент в видеоролике сделан на танцы в стиле робот. И покуда подростковый герой из Канады не смог принять участие в съемках, которые проходили в Японии, он появляется в клипе лишь как изображение из куба. К слову, певец не только исполнил роль голограммы, но и якобы помог сочинить музыкальную линию этого танцевального хита. Если работа Will.i.am и Бибера обращена в будущее, то очаровательная Лана Дель Рей все так же верна себе и своему стилю, попахивающему стариной. Так на днях певица экранизировала кавер на знаменитую песню «Summer Wine», исполненную в 1967 году Нэнси Синатрой. Стоит отметить, что Лана, называющая себя Нэнси в стиле гангста, попыталась максимально сохранить дух знаменитой композиции. Свидетельством тому служит то, что новая работа была снята на камеру Super 8, одной из самых винтажных записывающих устройств. Кстати, вместе с Ланой в клипе снялся и ее молодой человек Барри Джеймс О'Нил.